Так, ну вот у нас машинка. Красивый Passat приехал. На Новый год чуть его обидели. Вот, сам обиделся. Вот. А все потому, что потому. Ума нет. Нет, не потому, что ума нет. Потому что у нас создают условия. Ставится, чтобы мы нарушали, парковались там, где не надо. Это ж ёлка. Да. Поцарапала. А чего вы между елок ездили? Потому что стать негде было, я так подозреваю. Нет. Ага, вот. Вот, оно и пошло посередине. Ну, это предварительный осмотр такой. Здесь вот тоже. Посмотрим сейчас. Ну, про кино. Вот, а потом посмотрим в лампочки. Что оно покажет. Хорошо. Вот он наш багажничек. В лампочке. Чуть-чуть тише надо сделать. Вот раз вмятина, два вмятина, три вмятина. Ну это ладно. Так, а теперь, ну и теперь вот она красота. И, естественно, ниже. Есть еще ниже. Вот. Ну, то, что поцарапано, это не так страшно. Что-то полирнется. А вот это, конечно, вот оно, склад пошло. Будем посмотреть. Так. А вот так. Ну вот как-то так. Там складочки.